Добрый день, ассаляму алейкум. Хотел показать жеребцов. Брюс бельгийский, тяжеловоз 3 года. Аланчик, французский тяжеловоз, 2 года. Так, этот полукровка. Английская с орловской кобылой. Так, перепел, французский тяжеловоз, 3 года. Паспорта я на них делать не стал. То есть и жеребец, и кобыла чистокровные. Его мы будем продавать. Оставим, наверное, себе пока Алана. Вон того жеребца пусть пока растет. В табуне он не ходил. Правда, в том году пытался крыть молодых кобыл. Рост он примерно, так, в холке где-то 1,70 м. 1,75 м, наверное. Иди-ка сюда. Грудак. Ноги, копыта не идеальные, правда. Стой. Попа. Это у нас советский жеребец, 2 года. Кто знает, скажите, пожалуйста, масть какая? Кто-то говорит игреневый, кто-то говорит буланы. Непонятно. Этих верхом обучили. Так он чуть-чуть в яблочко даже. У Брюса последствия стычки с бураном. Да, малай? Даже нос вон прокусили ему. Иди отсюда. Эй, очень ласковый, дружелюбный мальчик. Да, перепел? Он тоже будет мощный. Они еще, между прочим, вот перепел с Аланом братья. То есть смысла нет мне обоих держать. То есть на этот год мне вообще жеребец не нужен. На следующий год также Брюс с бураном будут крыть. Тоже паспортный жеребец советский. Так что у кого желание есть, телефон оставлю под видео. Эй, малыш, Аланчик, Аланчик, Аланчик.